На вид обычный пластик, но когда заходишь внутрь, здесь все по-другому. Вместо привычного кондуктора сотрудник ГИБДД. Пассажиры исключительно дети. В автобусе школьникам рассказывают о правилах дорожного движения. Здесь несколько комплексов есть компьютерных, на которых дети могут решить правила дорожного движения. Также есть площадки, на которых они должны правильно расставить транспортные средства, знаки, светофоры. Ну и, соответственно, как бы мультимедийный класс, где можно посмотреть мультики про правила дорожного движения. Этот передвижной комплекс в Алтайском крае единственный. Он появился в этом году по инициативе Главного управления МВД России по Алтайскому краю при поддержке Управления образования и молодежной политики. Автобус уже успел побывать в трех районах края. В Бийск приехал впервые. Мы сделали такой передвижной автогородок, который будет ездить по лагерям, по школам, по детским садам, по пришкольным площадкам и будет заниматься с детьми. Пока одни дети расставляют знаки дорожного движения, другие в это время за компьютерами проверяют свои знания. Это своеобразный экзамен, подобный тому, что сдают будущие водители. Только вот задание немного попроще. Лучший результат по тестированию на компьютерах – 14 баллов из 20. Достаточно высокий результат. В загородные лагеря Бийска Академия дорожной безопасности приехала всего на один день. Узнать что-то новое и проверить свои знания смогли порядка 200 ребят из лагеря «Лесная сказка», а также центра «Алтай». Однако, как нас заверили, мобильный городок прибудет в Бийск еще. И не раз. Какой это знак, кстати? Здесь есть остановка. Это... остановка трамвая. За лето Академия дорожной безопасности планирует посетить все детские лагеря, как загородные оздоровительные, так и пришкольные. Евгений Плохотин, Алексей Мельков, новости ОТН.